Всем привет, мы на канале Дани и Ваня. Сегодня мы будем защищать Кремль. Гиганты ползут. Все ползут и ползут. Ползучие гиганты. А сейчас обыслюсь. Воинствующие орки. Хотя такие не воинствующие. Да, наверное, не такие не орки. Марлоки. Ну, марлоки они и в Африке марлоки. Сейчас марлока мы дадим, потом полетели одиночные призраки. Раскуем, дадим, и все. И не такие они одиночные, не такие уже и призраки. Сейчас слушаем пушечку. Архонт огня. Это босс. Босс еще тот. Босяк. Темные эльфы, они мощные, потому что они темные, потому что они эльфы. Видите, как у них руки? Они хотят впиться в горло. И душили. А вот летающий иммунитет, летучие мыши полетели. Мыши летучие, это смерть. Если они тоже кровопийцы, будут пить. И мы потом душили. Всю ночь душили. Вот скалопендры. Скалопендры, они не в Африке скалопендры. Потому что они даже сказали скалопендры еще. Белых медведей отправили всех на камп. Темный лорд. Это босс. Без базара и так видно, что это босс. Потому что он темный. Сейчас к нам будут лететь летающие глаза. Посмотри мне в глаза. Вот в эти. И каждый глаз начинает помирать с перкой храма. Ни одного не осталось. А сейчас будут эти зомби. Зомби это звери. А сейчас будут эти обычные. Восставшие рыцари. Чуть ли не восставшие. Откуда они восстали, никто не знает. Зачем они восстали, тоже никто не знает. Но это мне мешает восставать все равно. Отгремели наши змеи. Ядовитые пчелы полетели. Далеко эти пчелы не улетели.
Вот некромант. Нездоровая фигня. Упаков, наверное, любят. А вот босс сейчас к нам полетит. Не, уже никуда не полетит босс. Отлетал наш босс. А вот песочные големы, копленные. Сейчас на ринг выходят пауки-гиганты. Они паукастые, гигастые. Таким лучше нигде не попадаться. Съедят и все, и глазом не моргнут. Воинствующие орки. Орут, дарались орки. Сейчас мы улучшили нашу пушку и забили всех морлоков. А вот выходит орхот огня. Сильный, здоровый. Но мы забили и этого огненного пацана. Гоблины воры. Сейчас скелеты с кладбища идут. Лучше не подходить. Потому что скелеты. Они в Африке скелеты. Вот обычные горные. Оборотни. Не оборачивайся, потому что оборотни обернут тебя.
мол, целлофан, мол, полиэтилен, мол, в розетку, а могут и в картонку. Каменные големы. Разрубить их трудно. Големы. Ливовые големы. Или каменные, с туками. Всякое гамно разнообразие приедет в Таиланд. Когда с пауками вам обеспечен. Чудовище волосатое.
все-таки проскочил. Транспорт для гоблинов. С Кубы. Из Кубы приехали. Голландцы. Yeah.
по канале Даня и Ваня. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем пока.